не будем отдавать нашу школу ворогам. Треба вести за яе боротьбу. Адмаўляешься и все. Некоторые наставники сапраўды спрабовали уже на початку жніўня выйти с комиссии. У гэтым выпадку уже не атрымалось. Але до того, безумоўна, все магчымасці не только не уваходзіць ніколі у склад гэтых комиссий, але и выходзіць з іх во всіх былі. Фальсифікацыі спарадзілі вось гэты хапун, гэтыя рэпрэсіі сталі такім трыгерам, яны ўсё хочуць перакласці на настаўнікаў. І ну, вось гэтую статыстыку я па Менску зрабіла, там, ну, партызанскі раён 8%, цэнтральны раён 12%. І тут супакоіцца нельга, бо гэта нельга выбачыць тое, што адбылося. Забрать своих детей на индивидуальный план, в том числе и для того, чтобы заявить о своем несогласии с этой системой. Большая общереспубликанская проблема, когда детей не разрешают забирать на индивидуальный план. Сейчас ужесточились требования и не только на законодательном уровне, но в том числе и директора не хотят брать на себя ответственность. В большой степени вот в этой родительской инициативе возможность привлечь родителей, вовлечь их обратно в образовательный процесс. Это громадское неподпорядкование. У моей працы у школе и у школьном житті моих детей николи не было, и тем больше теперь не будет, никакой идеологии. И, конечно, батьковский контроль за теми людьми, которые выкладывают предметы. Я думаю, что если ситуация сохранится, то дети уйдут на домашнее образование снова. У нас зараз война, треба про гэта казаць адкрыта. А калі война, то законы не дзейнічаюць. Калі мы зараз будзем глядзець вось гэту літару закона, які просто падчас войны не працуе, то нічога у нас не атрымаецца. Треба рабіць усё зараз, усё, каб нашыя дзеці былі абароненыя і каб яны былі адукаваныя. Зараз сітуацыя ў нашай дзяржаве нагадвае аб'юз, сямейны гвалт. Это просто калька, просто люстра. Што вообще с нами сейчас происходит? Какой я человек? Что я показываю своим детям? На кого они смотрят, когда они смотрят на меня? Вот мне кажется, что это первостепенный, вообще это первичное, что мы должны сделать для наших детей.